Хорошо двигается четвертое звено, продолжает шайбу в зоне соперника держать. Причем обратить внимание, да, кто на площадке сейчас, звено Сакари Манинина. Партиганин. Перевод на Умарка. Отличная комбинация. И браво, Евгений Аликин. Говорили мы о том, что Евгению не хватает немножко надежности в плане того, чтобы шайба не отскакивала. Вот, пожалуйста. Рекламная пауза пошла Евгению на пользу, а комбинация действительно получилась очень хорошая. Великолепная диагональ от Хартикайнена и Лину Сумарк в касание переводил шайбу в створ. Так что действительно хороший голевой момент.